младший сын говорит, Никита, говорит, пап, когда я вырасту, у меня будет Бентли. Я говорю, сына, на нее очень много нужно заработать. Он говорит, нет, в гараже стоит. Я говорю, сына, это папина машина. Я ее заработал. Я очень хочу, чтобы у тебя было и Бентли, и Мазерати, все, что ты хочешь заработать. Но это ты должен научиться делать сам. Потому что удовольствие, которое, когда ты сделаешь это сам, намного больше, чем тебе просто.